А ми продовжуємо наш ранковий ефір, і ми, як вже обіцяли вам, поруч з нами вже є гость. Це Роман Маздо, лікар-дієтолог. Доброго ранку, дякую, що завітали. Добре. Нам завжди раді, коли ви приходите, тому що даєте нам корисні поради. Сьогодні ми будемо говорити про одну із найпопулярніших господинь осені, про гарбуз. Так? Дієтичний продукт. Чи дієтичний, ми дізнаємося. Отож, як вирощують взагалі, звідки походить гарбуз? І чи це є дієтичний продукт? Значить, перше упоминання о вирощуванні тикви відноситься к 5 веку до нашої ери. Тобто в Древньому Єгипті і на території Ассирії. А також відомо, що ацтеки, індійці Северної Америки вирощували цей продукт. Тобто его распространение очень широкое, и возделывание его – это одна из самых древних вообще сільськогосподарських культур в мірі. Є дуже багато сортів, там вони продовгуваті, круглі. Чи всі вони дієтичні, чи взагалі гарбуз – дієтичний продукт? Тиква – очень продукт дієтичний. Это продукт, содержащий всего 22 килокалории в 100 граммах, содержит порядка 4 грамм углеводов, 0,4 грамма жира и 1 грамма белка. То есть все продукты, содержащие низкое содержание жира, можно отнести к диетическим продуктам. Самые близкие родственники тыквы – это огурец, это арбуз. То есть это все продукты, которые… И плод является тыквенно, так называемый. То есть некоторые ошибочно его называют ягода, на самом деле называется тыквенно. То есть огурец, кабачок, патиссон – это одно семейство растений. А, отож, похудеть можно на гарбузяній диете, чи ні? Я хотел бы сказать, что каждый диетолог всегда говорит о комплексном питании. И нельзя говорить о каких-то монодиетах, потому что это приведет к самым необратимым последствиям. То есть это продукт, который должен быть на столе у каждого человека. То есть это должен быть завтрак, это может быть ужин с запеченной тыквой. Но это не должно быть, конечно же, монодиета, в которой тыква станет продуктом трехкратного приема в течение дня. Это полное чудо. Роман, скажи, пожалуйста, а как, чи корисні взагалі диеты? Я считаю, что правильно сейчас в современной атмосфере, в современной обстановке и сложности питания говорить о правильном питании, а не диете. Диета – это какие-то очень строгие догмы, которые нужны человеку в состоянии болезни, и не более того. А большинство людей спешат, большинство людей переедают, большинство людей пользуются фастфудом, и это, конечно же, неправильно. Правильное питание – это сбалансированное содержание белков, жиров и углеводов в пище, нормальное содержание микроэлементов. Вот продукт, о котором мы сегодня говорим, это продукт, который очень богат и клетчаткой, и пектином, и витаминами группы В, С, ПП, кальцием, калием, то есть самыми важными микроэлементами, витаминами нашего организма. То есть это продукт, который в принципе может заменить обычные поливитамины, только правильно приготовленные, конечно. А за рахунок чего у них такой яскравый колер? Это тоже какая-то корисная речевина міститься в гарбузе? Одно из веществ, которое содержится в тыкве, это бета-каротин. И его цвет, в общем-то, определяет вот такой насыщенный оранжевый цвет. А бета-каротин, здається, він корисний для зору, чи ні? Да, это так? Провитамин, да, для зрения. Роман, скажіть, будь ласка, а як себе налаштувати на правильне харчування, ось ви говорите? Що є правильним харчуванням? Я считаю, что нужно посмотреть в зеркало и понять, что это нужно вам. Потому что некоторые, кто приходит к диетологу, почему-то хотят обязательно похудеть для мужа, для жены, для мамы, для сотрудников или для какого-нибудь события. Вот самые странные для меня просьбы, например, это когда люди пытаются худеть, например, для свадьбы. То есть на 10 килограмм за 15 дней перед свадьбой. Я говорю, я не могу этим заниматься, потому что это издевательство. Да? То есть нужно найти мотив. Вот если у человека есть мотив, он четко понимает, зачем это ему нужно, у него все получится. То есть он себя любит, любимого, и хочет выглядеть здоровее. Вот. Оля, у нас сьогодні дві паралелі. Ти про здорове харчування, я про гарбуз, все ж таки продовжу. Корисні властивості з'ясували. Кому вона протипоказаний, гарбуз, кому протипоказаний? Она щелачивает внутреннюю среду организма, поэтому у нее проблемы с приемом у людей с низкой кислотностью желудочного сока, то есть людей с гастритами, с пониженной кислотностью. И относительные противопоказания – это хронические заболевания кишечника, потому что большое содержание клетчатки и пектина вызывает улучшение перистальтики вплоть до ее усиления уже чрезмерного. Поэтому вот эти определенные ограничения есть. А так, в принципе, и по возрасту. Тобто дітям можна, так? И половой, да, признак не отличает никакое применение
тыквы, то есть от раннего возраста до стариков. У стариков очень полезно, потому что будет улучшаться перистальтика. Многие пожилые люди страдают запорами, а она обладает небольшим желчегонным эффектом, и это очень будет полезно. Она содержит калий, который хорош для сердечной мышцы. Ну, дивіться, особисто я, ти полюбляєш гарбуз? Я не люблю. Я їм лише тільки порошки. Яким чином її їсти, щоб вона була корисною, дієтичною? Каша, вона така, мабуть... Лише гарбузова каша чи як? Чи сиру гризти, чи як? Ну, із останніх експериментів зі своїми пацієнтами я можу поділитися рецептами смузі. Тобто це сок, але це вместе з м'якотю. Сок з небольшим содержанням меда, то есть буквально для вкусовых рецепторов, чтобы было приятнее ее пить. Или, может быть, микс, какие-то соки, в которых есть, содержится, например, еще яблоко, то есть оно тоже будет подслащивать. Я не буду с вами спорить, конечно, на вкус она специфическая. То есть оптимально это запекание ее, тоже там с небольшой ложечкой сахара, если это не сахарный диабет, или, может быть, наложение на нее небольшого количества меда, который будет карамелизироваться во время термообработки, то есть порядка 50 минут она должна запекаться, и ее вкус становится более приятным. А я щодо такої популярної гарбузової каші? Там, де рис, пшено, здається, молоко. Я тяжело вообще отношусь к кашам, поэтому я считаю, что их применение должно быть ограничено. То есть это не должно быть пищей ежедневного приема, конечно. Вот. То есть в запеченном виде, конечно же, тыква будет более полезна. А скажите, а чи є якісь стандарти от ваги, яка має бути от у 20 років, 30 років? Для людей. Международным признан индекс массы тела – это отношение массы тела к площади тела. То есть вы должны разделить свою массу тела на рост в метрах в квадрате, то есть дважды разделить на ваш рост в метрах в квадрате. Если вы получите индекс до 25, это нормальная масса тела. И на самом деле она не очень сильно отличается для людей. Есть ограничения по детскому возрасту, но я не занимаюсь детскими диетами. Вот. А в возрасте подростковом, взрослом и пожилом возрасте, в принципе, эти показатели не отличаются. Есть более сложные индексы, есть так называемый индекс отношения талии к бедру. Вот. Ну, это очень специфически. И есть просто измерение талии. Вот это самое простое, даже некоторые говорят, вот для меня дорого купить весы и взвеситься. Но возьмите просто сантиметр обычный, портняжный, и померить талию. То есть, если мужчина имеет талию более 104 сантиметров, а женщина более 80 сантиметров, ей придется задуматься о том, что есть, наверное, лишний килограмм. Роман, існують такі хвороби, пов'язані з харчуванням, як анорексія і булімія. Що це за хвороби? Это психиатрические, скорее, диагнозы. Это тяжелейшее состояние, связанное с нарушением пищевого поведения, когда, ну, с булимией, честно говоря, сложно бороться. Я думаю, что это действительно удел, к сожалению, уже серьезной психиатрии, анорексия то больше психологическая. Это людина, которая есть, да, она не может чувствовать чувство насыщения. Это очень сложное состояние. Обычно стандартные вот специалисты по диетологии обычно отказываются ими заниматься, потому что там очень серьезная нужна работа психолога, психоаналитика. Психологично разобраться, да, чтобы сейчас вот у меня в моей работе появился помощник, человек, в общем-то, ко-терапевт, так называемый, человек, который занимается именно психологическими осложнениями, так скажем, проблемой переедания, когда человек не может дать себе просто раду. Да? То есть он просто не готов сказать, что стоп. То есть он понимает на понятийном уровне, он реально оценивает свои проблемы, но на уровне поведения полового. А какие ознаки этой хворобы? Мы можем говорить, это на ранних, на первых порах. Но это не болезнь еще. Если говорить о нарушении пищевого поведения, нельзя назвать болезнью. Мы в разные периоды своей жизни периодически в этом состоянии находимся. Главное себе в этом отдавать отчет, то есть что проблема в принципе находится чаще у нас в голове. То есть мы заедаем стрессы, мы заедаем какие-то крупные праздники и так далее и тому подобное. То есть человек считает, что на момент праздника он может себя вести иначе, что вот то, что ему кажется... Сегодня во что и свято, и наимся, да? Да, а на завтра получается, в общем-то, достаточно сложно, потому что мы растягиваем желудок, а у нас, в общем-то, две достаточно понятные системы работают. Это объем желудка, то есть когда он не наполнен, у нас есть проблема с тем, что мы чувствуем голод. И абсолютные цифры сахара крови в крови, которые тоже дают мозгу информацию
о насыщении. Если мы постоянно тренируем эти центры и постоянно их гипервозбуждаем, то обратный эффект становится сложнее. И в этом смысле прием продуктов, в том числе и, вот и тыквы, и подобным им, и овощам, и фруктам, очень выигрышно показывает себя, потому что это большой объем, клетчатка крайне низкокалорийная, плохо перевариваемая, но она дает хорошее чувство насыщения. То есть, если у вас будет 150-200 грамм печеной тыквы, то вы будете чувствовать свое чувство насыщения достаточно долго, без чувства голода. Щодо свят, як себе підготувати, як свій організм підготувати до Нового року, або до весілля, або до дня народження? Да, ну, вот, мне кажется, что в таких вопросах находится, собственно говоря, проблема славянского здравый человека. Рассудок. Да. То есть я, конечно же, говорю о том, что переедание плохо в любые периоды и поры року. Вот. То есть, мне кажется, уже если и будет переедание, то проще говорить о разгрузочных днях после тогда праздников. Если вы не можете дать, так скажем, себе сигнал «стоп», то придется что-то делать после. А как-то там голодать или готовиться к празднику, а в праздник переесть, кроме как панкреатитом, это ничем не чревато. Роман, я хочу від вас почути особисто, їсти після шостої можна, не можна? Важно, что это будет. То есть, если это будут нежирный кефир, или это будут какие-то легкие салаты, то, положа руку на сердце, мы понимаем, что наш образ жизни таков, что мы должны есть чуть позже. То есть мои пациенты, которые серьезно занимаются своим весом, которые реально слушают мои рекомендации, едят и после шести, но мы четко оговариваем и колораж этих продуктов, и количество этих продуктов, и качество этих продуктов. То есть мы не можем предложить человеку тортик или бутерброд на ночь. Ну, честно говоря, мы его и утром не очень можем дать, но если говорить о качестве, то это, конечно же, овощи и нежирные кисломолочные продукты. Как повязаны спорт и диета? У меня есть очень хороший пример человека, который 2 года не выходил из зала, замечательно себя чувствовал, у него была замечательная мышечная масса, но 147 килограмм как на нем висело, так и висело. Вот, то есть даже корифеи спорта и физической культуры говорят, что доля их влияния на в чистом виде массу тела крайне незначительна. То есть в лучшем случае это где-то до 20% эффекта. То есть все остальное – это питание. То есть я, конечно же, за. То есть я, конечно же, считаю, что если физические ваши способности, способности сердца, мышечной массы, позвоночника, суставов в том числе, позволяют заниматься серьезными физическими нагрузками, я бесспорно за них. Но классический мой клиент – это, к сожалению, офисный работник, чаще всего долго сидящий, и он ставит мне немножко другие задачи. То есть он ставит задачи все-таки убрать лишний вес. И если мы говорим об этой проблеме, то это, конечно же, в первую очередь питание. То если я вирішила бігати кожного вечора и продовжувати їсти тортики, то результата не будет вообще, результата просто никакого не будет. Скорее вы даже будете набирать вес, потому что постепенно будет немножко расти мышечная масса, а жирная клетчатка, скорее всего, не уйдет. Так, Іринка. Ви ж погоджуєтеся, що для того, щоб гарно виглядати, не може бути тимчасових дієт, а така пожиттєва, одна правильно збалансована харчова дієта, так? Харчова, да. Це називається іменно збалансоване питання, в якому чітко доктор посчитав, скільки при ваших потребностях жизненних, не зв'язаних з якими-то піковими нагрузками, ви повинні потребляти калорій, да? Скільки може бути білків у вас, жирів і углеводів. Все зависит от... Вот эти вещи, соотношения, эти во многом зависят от пола, от возраста, от образа жизни. Там есть свои нюансы. Но это уже такая тонкая сфера. Так объяснить в студии для общего пользования достаточно сложно, в чем особенность. Потому что многие диеты говорят, что вот нужно посчитать калораж и все. И на этом будет достаточно. Чаще всего этого недостаточно. Потому что мы чаще всего немножко переедаем углеводов, немножко переедаем жиров. И, в общем-то, не доедаем белка. Это по разным причинам. В первую очередь из-за вкуса, конечно же. Да? То есть жирная пища и сладкая пища, она быстрее приносит удовольствие. А готовка ее проще. Стоимость этих продуктов, содержащих большое количество жира и углеводов, несколько меньше. То есть экономический фактор здесь тоже играет роль. Ну и, в принципе, желание готовить. То есть мы стараемся не готовить. Приходишь в дому, не думаешь, да, мы бежим за быстрым способом питания. Даже если это не фастфуд, мы все равно дома готовы быстрее пожарить картошечку там, с колбаской и запить ее сладким там, каким-то газированным напитком.
Вот и все. И потом остановиться. То есть чаще всего это 8 вечера, и чаще всего это жареный продукт белкового происхождения. Вот это проблема. Роман, ось, наприклад, я сиджу на дієті, але мені ось так хочеться, ну хочеться цього продукту. Можна собі дозволити, чи це все ж таки... Только разово. Если вы сходите с ума по отсутствию конфеты, конечно же, дальнейшая дисфория, связанная с тем, что вы ее не примете, скорее вас приведет к срыву. И будет 18 конфет. Поэтому, конечно же, надо человеку давать послабления. Но это могут быть разовые послабления. Потому что если каждые 4 дня человека вечер заканчивается бутербродом с красной икрой, то мы стоим на месте. Да? То есть мы 4 дня просто замечательно себя чувствуем, у нас очищается кишечник, у нас хороший стул, у нас повышается настроение. Настрий, да. Но есть какая-то пищевая зависимость. То есть мы привыкли к каким-то вещам. Мы привыкли там, к снейкам, например, да, любым. Там, это семечки могут быть или хлопья, да. То есть это вот семечки – это колоссально калорийный продукт. А, до речи, насіння, гарбузове насіння, воно корисне, можна його вживати? Оно обладает противоглистным свойством. Масло эфирное, которое содержится в тыкве, обладает улучшением работы предстательной железы, эффективно при простатитах и при аденомах. Вот. Но опять же, так как это достаточно калорийный продукт, речь идет о небольшом их приеме. То есть или о 10-15 семечках в день, или одной-двух чайных ложках в день. Дякуємо вам за таку гарну розмову. Багато ми дізналися, і я впевнена, що наші телеглядачі теж багато дізналися корисної інформації. Я нагадую, що у студії був у нас лікар-дієтолог, це Роман Мазо. Дякуємо вам. А ще це експерт нашої рубрики «Їстівна азбука» з понеділка. Ваші експерти будуть в наших сюжетах. Дякуємо, приходьте до нас ще.